То вас этот дом? Ты глянь. Вот старые веси какие-то, рухлядь какая-то. Мы сейчас едем с Азовского моря. И вот увидели вот такую вот, я не знаю, как это назвать, музей, наверное. Вещи СССР отчуждают другим лицам. Ейск, 8 километр, Должданск, Москва. Формально. Вон, пусть покажи, ребята. Вон там Максим пулемет сделанный, смотрите. Пулеметная вышка такая сделана у меня. Назад в СССР. Чё только нету. Катушка от спиннинга. Патронтаж. Класс вообще. Вон это пилазы, корабли, сифон. ОТК, термос, кобура. Пойдем поздороваемся. Такое спросим. Дерево вообще интересно сделано. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Походить-то можно, да? Проходите, да. А у вас что-то продается вообще? Ну, можно купить все, если устроит вас. Все, понял. Банки. Че, болеть будешь, я тебе буду ставить. Да. Эфир еще надо к ним. Ружье детское. Был. Рок. Часы пластиковые, да? Да, моя. Моя. И кружки всякие. Прямо интересно, никуда от этого не делится. Интересно, сколько вот это бронзовое? Сейчас спросим. Может, еще. Баллон газовый. Как у нас. Всякие бутылечки. Смотри на стену дюралевую. Тоже хороший зайчонок. Тут цветы. Тут он мишка есть. Надо спросить, сколько. Сколько вот они стоят? Пойду спрошу. Хорошенькие, да? Да. Дональд Дак тоже. Подсвечник. Ну, есть такое, что у нас нет. Вот у нас вот такого я не видел. Я тоже не видел. Что это такое вообще, интересно, было? Это под, это светильники, наверное, на стену. Неважно, да, все вон, равно. Да, вон, видишь, под провод. Где-то да, это точно вот у меня здесь такой был. Светильники 100%, это для... Сейчас спросим потом. Наверное, в детских садах или где-то было. Машинки только пластмассовые, правда. Пойдем дальше. Пойдем вовнутрь. Не знаю, аккумулятора хватит, нет, пугается всякие. Любой аккумулятор, не сам ключи. Гири, смотри, нормально так висит. Ого. А сколько у вас вот эти стоят? Можно спросить? 250. А люстра вот эта бронзовая? Так, а мишка тоже 250, да? Ну там такой же мишка. Ну вот этот, светильник. Там внутри-то пойдем, а то аккумулятор не хватит. Сандальки советские, интересно. Многие не помнят, не знают, что это такое. Ну вот эти вот. Я все помню, я антик. Вот это его личный светильник. Ох, здесь вот слоненок есть в хорошем сколько состоянии. Сколько у вас тут? Мы пройдемся, посмотрим. Вот слоненок. Светильник, да? Ну да, тоже тот же самый светильник. У нас в садике были оформлены... Вот-вот, я так и понял, в детские сады. А вот это сколько? Это 900. 900. В принципе... Вон машинки.
Вы ходите, гуляйте, смотрите. Да, да, да. А я потом, что понравится, я спрошу. О, сразу барабаны почем? Вот барабаны 800 рублей, два. А планшеты? 800. Сколько глины-то у вас тут? Три машинки, смотрите. Вон паровозики, смотри, стоят. Ага. А паровозики сколько? Ой, мы вот сейчас надоедим его. Да. Да нет, ради бога, пожалуйста, живые здесь и до 5-6 вот эти два паровозика, ну вот 500 рублей оба. Их из двух можно собрать один. Угу. И телефон уже смотрите. Телефон один разбили. У меня вообще посетители очень классные вообще. Странные. А вот этот сколько? Телефончик такой красный. Вот 500 рублей, вот второй. Который разбили? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот можно его собрать или нет, я не знаю. Склеить, наверное, можно. Че? Так-то, главное дело, пластик весь целый, в принципе, можно собрать, я думаю. Глазки выпали. Вот. СССР, 80-е где-то, да. Собрать. У меня еще есть, но не такие, а тоже двойные, те же самые игрушки. Орешки за, смотри какие. Орешница сколько такая? 800 орешниц, любая. Хорошо. 800. Вот любая, я сказала. Да. Тоже хорошо. Всего уже этого очень мало. Мы 5 лет как вот так. И все кончается. Заканчивается. Все заканчивается, да. А чайники вот эти на самовары сколько? Ну, в хорошем состоянии в районе 1000. Не айс, в состоянии 500. Идем. Вон она. А это не бронза. Вот за эту говорили, да, 4,5? Да, она полностью в сборе. То есть вот та, ну, я вижу. У нее другая конструкция. Нам стекла 5. Тоже есть? Нет. Ну, так грязь полностью в сборе. Ну, белье вот гладить. Угу. Как он? Рубль, да, вот этот. Ну, скорее всего, не гладить этот, а стирать. Гладь немножко чуть-чуть другая. Ну, может быть. Так, ну, их конструкции этих очень много. Вентилятор, смотри, какой старый. Вообще. Я раньше о таком выжибеде мечтала. ГОСТ. Смотри. Саратовский сын. Я такой мечтала раньше, вспомнила кроху. Кроха, да? Угу. Журнал «Советский воин». Интересно. Интересно, вот это что за агрегат такой? Вот не знаю. Может, просто ящик или какой-то, спроси. Ну, подскажите, пожалуйста. А вот это вот, где книжки у вас на... Что за ящик? Железо. Вот. Просто ящик. Ага. Я думал, может, какая-то радиола там интересная. Ну, радиола есть интересная. Ну, я вижу. Нет, там... там еще есть, сейчас, да? Сходим. Встаешь? Давай. Вон вентилятор за сколько? У нас такой был, да, продали? Буквально. Это радиола. Переделана по прослушиванию пластинок. Просто. Более серьезно. А утюги почем? Ну, это вот обычный. От 1000 чуть пониже. Есть 550. У меня оценены это ремонтированные. Ну, вот у вас и статуэтки есть, я смотрю. Угольных осталось 2 по 1,5. Полностью в сборе, все работает, все родное. Мы придем к победе коммунистического труда. Машинки. Фуражки, машинки всякие. Такой луноход, смотри. У нас был как-то только железный, кстати. Луноходец. Класс вообще. Ну чего ты, паник, обезьянка? С гусеницами. Геолог, смотри, какой прикольный. Ты тапочки показывал, вот. Наши бабки, наверное, бегали-то. Блин, я такого вот и не видел даже. Геолог. Интересный такой. Интересно, сколько он стоит? Дорогой, наверное. Он с гусянками даже, прикинь. Порванные, блин. А подскажите, сколько вот этот геолог машинка стоит? Пришла она ко мне в рабочем состоянии, ну как хозяин сказал. Она же на батарейках. Угу.
Вот. Но вышла из строя резина. Гусеница. Да. Вот есть запчасти, умелец может сделать. Сколько денег-то? Ну, хотя бы 800. А горн сколько? Две. Сейчас. Определяемся, ходим и определяемся. 1500 такие, смотри, любые. Оба, да. А, кораблик. Пойдем статуэтки посмотрим. Пойдем, а то у нас батарейки тоже. О, монеты сколько, как у вас все четко сделано-то. Молодцы вообще. Десятки. Интересно, в таком исполнении я еще ни разу не видел, чтобы вот так вот. Интересно, молодцы. Класс. Сколько такая скань? 1200. 85-й год. Смотри. Классно. Вообще, это там была, как она? Фестиваль. Да. Салфетница. 800. Это старый. Полторы. Старая Украина. Богдан Хмельницкий. И вот еще салфетница к ней, да? Не к ней. 85-й. Скань здесь желтая, здесь белая. То есть в один год выпущена. Скорее всего, одним заводом. Неинтересно. А сколько салфетница? 800 салфетница. Нашли лимон почем? Лимон, ну этот 700. Полторы тысячи. Там есть летные в хорошем состоянии. Вот тоже коллекционный. Да, он алюминиевый. 100 лет Ленину, 70-й год. Неинтересно. Коллекционный я имею в виду. Девушка. Какая? Девушка без истории. Такого рога я не видел. Зай, смотри, вот, какой рог сделал. Прелесть ведь. Смотри, как сделан. Тоже. Видишь? Ну, это уже сами самоделки. Нет, почему? Это фабрика, скорее всего. Ну, советы. Ну, я не говорю, что это не самоделка. Это не самоделка. Вот они. Изделия из рогов. Делалось предприятием. Вот это все из рога сделано. Это мельхиор? Нет, скорее всего, не знаю. Ну, короче, нет клейма. Мельхиор. Не серебро, а тут. Где интересно? Здесь нам не интересно. Вот. Советские тарелки стоят в родных упаковках. Старый ЗИК. Выкупили. Это капонина, да? А, вон такая пушечка классная, 1200. Гранат. Тоже выкопанная, смотри. Вон лента, да? Война все. Настоящая. Да. Разрывная, смотри. Здорово. Немец. Подсвечники всякие. Которые я не понял. Таким пистолетом сделан. Ну так, есть вещи интересные, да? Ну какая солнышко. Столько посуды всякой. Уж спрашивать все не будем. Кстати, все, камера сейчас уже скоро сядет. Я говорю, хотя бы часть показать. Вот тут сувениры пошли. Это покрап, интересно. А сколько молнии? А вот это сколько, девушка, молния? 3,5. Интересно, какой будильник. Это таймер. Минуты, да, таймер. Ну, мои любимые. 1000 рублей. Давай бумагу поставим. Это машинка. Угу. Походная. Вот мыльные все. Мыльника. Бритва, то есть машинка, говорю. Ну, сокол. Я не люблю. Вот как помнишь на шкатулку музыкальную. О, мозаика. Помнишь? Уж не буду открывать мозаику. Светофор, игры всякие советские. Класс вообще. Весь ассортимент есть, да? Ну.
50 лет победы. 3600 текстолитовая. Интересные, да, такие? Смотри, подсвечник в виде крабуза. Рак, рак такой. Мои любимые собачечки. Кстати, чугун, чего у нас тут? Это клейма, эти орехи кол. Клейма нету. Орехи колы. Крокодил, пепельница. Ой, какой классный мальчишка. Дюраль, да, что ли? Ну да, что-то такое. А вот это сколько, мальчик? Две. Все в уме. Да. Тяжело, кстати. Вон от кровашки, ну погоди, ты помнишь тоже такие? Я не помню такие. Пепельница, голова. Орел тоже силюмин. Тяжелый. Смотри, такая лодочка, обрати внимание. Типа волна. Здорово. Пепельница. Спроси, сколько стоит. А он тут написан за 1300. Прикольно, может возьмем. Сейчас думать будем. Вот ну, это в Волгограде-то мы были. Ну да, да, вроде на нас. Смотри, брелками сделали. Молодцы, и чё? Ой, машинка. Еще и нумизматы, привет из СССР. Да. Они эти 50 рублей, может, Олегу купить. Жуку. Брелок такой взяли, сделали. Олегу нашему купить. Какой чужок маленький, красивый. Сколько утюг? 3500. Ну, 3 без недокомплект маленький. Да. Интересно, тебе не нравится? Ничего. СССРовская. Не по 500 рублей у нас. Я про машинку. Сидеть. Вот так, не подать. Куда? Куда? Иваново. Город невест. А шкатулка вот эта, что за камень? И сколько она стоит? Стоит 200, а камень не знаю. Ну, истории нет. Такая уточка. Современная, наверное, да? Нет. Ну, просто покрытие такое, ну. Такое. Ну, кстати, ой, пластик такой редкий. Танк. Как я их люблю, тут смотри сколько. Так, ну что, деньги на базе? Обломки. Я знаю. Зай, аккуратней, пожалуйста. Нет, нет, я аккуратно, то что. Самоварчик. А вот эти сувенирные самовары почем? Полторы. 900. Машинка интересная. Подсвечник. Интересная девочка, конечно, ничего не скажешь. Кораблик. Смотри, какой мишка сидит на веточке. Где? Я по профессии ткачиха. Город Кинешма. О, так вы наша землячка. Красноволжский комбинат. Работали там просто, да? Училась. Ничего себе. Умно. А здесь, наверное, замуж вышли, да? Нет, я вообще-то из Нижегородской области. И ничего вас помотало. А что, как сюда-то занесло? Да, как сюда занесло. А сюда ветер попутный был. Вот видишь, как была судьба. Здесь недавно, 7 лет. Ну, нравится вам здесь? Включаете, да? Да, и смотри, мина. Французская. Откуда тут Франция-то? У нас здесь были и Франции. Ну, в войне участвовали, и Франция, и Румыния. А, ну, понятно. Приезжайте к нам обратно. К области. Сделайся, вышла там. А это у нас что такое? Не знаю. Скорее всего, шкатулка. Сколько она? Легкая такая? 800. А ремень портупея сколько? 1000. Хороший, кстати. А пойдемте по вазочкам мне расскажете, а то на меня и так ругается, типа, все только мужское показываешь. Вот эти салатницы из цветного стекла.
Цветное стекло. Ой, конфетница. 700 тысяч. 700 тысяч. Вот это тоже, да? Ну да. Ага. Так, что тут еще так интересное-то есть? А, простое стекло от 150 и до 500. 500 у меня. Вот этот классный молочник, сливочник такой, да? А че вообще? Это Дружковский. Дружковский. Я даже не знаю. Завод. Даже не знаю, где такое находится. Ну, а вот это красное стекло. 500. 500, 500, да? Да. По 500. Да нет, в основном 500. Эти 800 вазы. Ага. Здесь у меня 500. Ну, вот это можно подороже, это 800 можно поставить. Понятно. Тоже красное стекло. Как оно, марганцевое, да? Нет, это не марганцевое. Нет. Марганцевое стекло вот. Вот такого этого. Не, оно поярче такой цвет. Карамельное, марганцевое. Да, что там делаешь? Это Индия, да? Это, да, латунь Индия. Игрушки советские. Да я не могу от них оторваться. Клоун, да, Попов. Такие, да. Значки всякие. Может, на улице еще не все прошли. Потом по улице. А тяжелые значки есть где-нибудь? Нет. Нет, можно только... два сверху. Отличник советской армии 500. И это у нас что? Разряд какой? Не вижу. Блин, отсвечивает, не вижу. 1000 рублей. Да все, посмотрим. Рубашка от гранат. Ну, как бы карандашницы никого нет. Ну да, карандашница. Это подкова, да, заявить? Подкова. Подкова немецкая. Да, от лошади. Интересная, да? Зимняя, наверное, да, какая-нибудь? Ну, такая. Тоже выкопали. Сами доходите с металлоискателем-то, нет? Так, вроде все есть. Ну, вот еще не все прошли, пойдем. Коврики, все дела. Прям красота. Дурацкая земля. Я прошлый год постелила там всего, там мне понравилось. Грязь не липнет после дождя. Все замечательно. А это что, автоклав у вас? Автоклав. Здесь мы начали делать, но еще полностью не сделано. Гильзы кругом. Здесь будут вот музейные экспонаты. Иди, смотри, ласты со советской. Тоже монеты, да? Да, сделали монеты по годам. Молодцы вообще, вот исполнение прямо у вас от вас. Наши советские, они же малотиражированные есть, дорогие. Ну, вот он сделал... Тыкву? Или что это такое? Нет, это такие дуду. Тыкву, наверное. Тыквы, да? Чё да, это тыква. Ну, давай смотри. Вон мясорубок-то всяких. Метис. Всякие, наверное. Ласты. Вон сзади, интересно. Не видела его. Ласты не видела. Тюлень. Советские, них, да? Видишь, даже на полу этот. Ну да, ракушки. А что весь берег? Весь берег усыпан. Ну смотри, детская, видать, это... Или приемники. Телевизоры, приемники всякие. Россия 303. Электроника. А приемники почем? Вон тут всякие альпинист. 500. Альпинисты разные. А это что у нас? Пала какая-то или да? Сделано в СССР. А это? На качество. А это сколько? Ну, 500. По 500. В принципе, нормальный ценник вообще. А вот такая, я помню, такие вот стояли, радиоточка такая.
интересно. Молодцы вообще. Вот я говорила, есть Урал 51. Угу, радиол. Да, полностью в очень хорошем состоянии. Нет задней стенки, правда. Ну, как а так всегда. Все есть. Все работает. Ну, в этот. Сколько стоит? Ну, полторы бы хотела. Ну, тысячу можно. Ну, полторы бы хотела. Даже это все работает. Сама такая держится. Да не надо, не поворачивать, я представляю. Задней стенки нет. Ну, как всегда у них проблемы. Пойдем еще там дальше сходим. Сейчас еще поговорим. Ну, даже для этого, ну, многие монеты восстанавливают. Блин, классно сделано, Зай, смотри, вот просто интересно. Я знаю, молодцы. Я такого не видела тоже ни разу. Вот где я только не ездил, тут такого оформления я не видел. Ну, там дальше ничего нет, там мы живем. Ага, вон якоря. Где? Ну, он для лодок. А они сколько? 2,5, 2. Это якорь, это кошки. Так, ребят, вот еще весы вот такие вот. Мы проглядели, не увидели сразу. Это вот такие. С клеймом. Они вон с клеймами. Вот две чаши. Перекладины-то я не вижу, да? Цепи все родное. 7000, короче, за них хотя. Ручки всякие, да? Смотри. Как у нас, кстати, вот такая же. Ну, только... Мы, когда загорелись с этим, теперь я покупаю, но не всего. Но зеленых экспонатов у меня очень много. А ковры мне понравилось. Земля здесь после дождя, например. Лампу керосинон, ну не давайте. Океан. Спроси, сколько стоит океан. Спидола, спроси, сколько стоит. Романтик магнитофон. А магнитофоны почем у вас? Романтик вот. Романтик 2 хочу. А спидола и океан сколько? 1000. По 1000. Они, скорее всего, не рабочие. Две. Романтик. Вот поэтому вот так и получилось, что... Они вот. Ну, звук ну какая-то БС стащила шнурок. А вот эти шнурки, которые. Что, вас еще и воруют? Как совесть-то позволяет? Я вообще не понимаю. Надо наоборот. Это приятно, я вот пожилой человек. Крышки с чайников. А вы откуда? Ну, Московская. Сюда приходится, ну, с крышки с чайниками. Очень много без крышек. А дверца сколько? Полторы. Две, да, одинаковые? Да. Класс вообще. Что ты выбираешь, Леша? Вот это нормальная цена. Были и кони, и лоси. И... Таз-то как у нас, Зай, такой же здоровый. Осталось две за средней. Повернись боком. Нету пятерок. Как пионерская, да? Нет, я имею в виду, которая сейчас ходит. Там верно, правда. Да еще посмотрим, может еще что. Галстук интересно. Спроси, сколько пионерский галстук. Это другое, другая серия. Социалистических соревнований. Я хотел, знаешь, еще, может, вымпел какой есть, ну, с отсюда. Посмотри повнимательно. А сколько у вас стоит этот? 350 галстуки. Остались. А вымпел есть с названием вот этого региона? Нет. Нету, да? Блин, плохо. Я бы просто даже для себя бы взял чисто на память. Нет. Значок а есть, пилотка как... сколько такая? Это вообще что у нас? Какая-то пионерская, непонятная какая-то. Не знаю, 350 галстуки, да? Да. А игрушки у вас только вот здесь, да, получается? Машинка нету больше? Нету. Может, металлические грузовики какие-нибудь есть? Нету. Большие у меня по записи. Не, я просто вот можно лежу. Вот это вот, 27-й год. Это армейский. Тебя так жена бросит с своим монетами. Нет.
Иди, кстати. 44-й. 44-й рядом. Втянулся прям. Молодец. Муж у меня сейчас занимается... А майская ночь сколько? Когда в свое время были сделаны. Вот он теперь достает их, разглаживает, рассматривает. 2200. Вот вчера занимался пулями. Забыл масло. 2200 коней был. Занимается. Что там за монетка? 27 год там низкий. Состояние прекрасное. Ну, да. Сколько денег? Тебе дать, Саша? Да, 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 да. Надо тебе будет посчитать. Скажи, можно, да, Бас? Пробка такая. Ну, есть, пожалуйста, я вам говорю. Ну, что, рассчитываем. Ну, эти колонны советские. Сосочка, раньше у были. Забыли. У нас обязательно здесь. Впереди вообще нет, и должанки мы, и классы. Все, спасибо большое, дай Бог вам здоровья. Мне еще вот эти понравились. Два льва. Да, не понравились, но они 1500. А кружка пивная сколько? Простая 500. Вообще, это квас пили, пиво, да. Бессы, новорожденных вешать. Данный музей, ребят, находится 8 километров от города Ейска. Правильно? В сторону куда ехать? Должанка. В сторону Должанки ехать. И если едем с Ейска, то с левой стороны. Вывеска большая, вот эта пулеметная вышка, ее издалека видно. А номер телефона где тут? Где у вас? О, герб, я не видел. Там на самом начале. Заезжайте, ребят, интересно. Есть что посмотреть, выбор, кстати, огромный. Можете для себя что-то выбрать. Где, не вижу. А, вот. Вот, здравствуйте. И вот номер телефона. Если кому интересно, заезжайте. Хозяйка отличная вообще. Хозяйку зовут Люба, если что. Так что приезжайте, ребят. Звоните, приезжайте. Поддерживайте. Класс вообще. Вон санки, зай, смотри, кованые такие, железные. А нет, заводские колеса от телеги. А колеса, кстати, сколько от телеги? Сколько? 3,5. За оба? Или одно? Баки от Риги, от мопедов, от советских. Ну все, друзья, давайте. Спасибо, кто смотрел. Пишите комментарии. Всем мир!